Проливной дождь никому не мешает. У волонтеров важная задача. К сроку нужно загрузить фуру с гуманитарной помощью для отправки в ДНР и ЛНР. 30 тонн самого необходимого – еда, одежда, канцелярия для детей, средства личной гигиены и, конечно, питьевая вода. Так как в Донбассе очень большие проблемы, да, и питьевая вода – это на вес золота, поэтому максимально мы в этот раз занимаемся погрузкой как раз необходимых товаров. Помощь ждут и мирные жители, и военнослужащие, но для солдат есть и груз специального назначения. У нас есть прекрасная наша Нармина, которая печет каждый раз ребятам пирожки. У нее особый рецепт теста, не тесто долгого хранения. То есть я в воскресенье, в понедельник буду раздавать эти пирожки. Они как будто из дома, вот только как будто из печи. Понятно, что они не могут быть горячими, да, потому что дорога. Но они абсолютно свежие. Она их особым способом упаковывает. Каждый раз Екатерина доставляет до 400 пирожков с корицей, творогом и другими начинками. Для военнослужащих такое послание напоминает о родном доме и заботе близких, а также дает силы, ведь они знают, на родине переживают за них и ждут возвращения. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».